Приветствую всех любителей новостей, с вами Адель Сальхов, это мобильный репортер. Самые горячие видео с просторов интернета в нашем выпуске. Вот такое сообщение накануне появилось в соцсетях. Требуем возбудить уголовное дело. Посмотрите, какие нелюди проживают в нашем с вами районе. В казанском поселке Борисоглебское подросток отравил соседских собак. Все попало на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина идет с мальчиком и двумя собаками. После подросток уходит к забору. Можно заметить, как спустя какое-то время под ворота собакам кидают сардельки, а те их съедают. По словам хозяйки животных, спустя 2 часа после такого смертельного угощения одна из собак умерла в муках и судорогах. Кроме того, жители поселка жалуются, что не раз были свидетелями жестокого обращения к животным со стороны мужчины и подростка. В Казани на улице Меридианы 10А сгорели шаурмичная и кафе. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану, сообщение о пожаре поступило в 19:36. На момент прибытия огнеборцев горела кровля павильона. В 19:49 открытое горение было ликвидировано на площади 40 квадратных метров. В результате инцидента, к счастью, никто не пострадал. Сотрудники МВД по Республике Татарстан задержали 18-летнего жителя Лаишевского района по подозрению в совершении мошеннических действий. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что молодой человек предлагал жителям Республики Татарстан, а также других субъектов России приобрести автомобильные колеса и автоаксессуары. Рекламу своих услуг он размещал в средствах массовой информации. Получив оплату, фигурант не отправлял товар и прекращал выходить на связь. Вину в совершенных преступлениях задержанный признал полностью. Оперативники выявили 10 аналогичных фактов противоправной деятельности подозреваемого. В настоящее время проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление других потерпевших лиц. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Резкое подражание отечественных курортов не может оставить равнодушными россиян. Накануне в соцсетях появилось видео, где мужчина рассказывает об особенностях сочинских пляжей. Так, например, спасение на воде на территории VIP-пляжа стоит 800 рублей. Как относитесь к закрытым пляжам вообще? Напишите в комментарии. И тут еще есть, ребята, с платных услуг спасение на воде за 800 рублей. Шикарно. А как вы относитесь к отечественным курортам? И тут еще есть, ребята, с платных услуг спасение на воде за 800 рублей. Водитель автобуса в Челнах вывалил из салона мужчину. По словам водителя, мужчина был пьяный, приставал к другим пассажирам и буянил. А как вы считаете, правильно ли он поступил? Стали свидетелями необычных событий? Присылайте свои видео в нашу группу ВКонтакте. Адрес вы сейчас видите на экране. На этом все. Это были самые обсуждаемые видео с просторов интернета. До встречи на телеканале Татарстан 24.